Костюмная ткань, тиар, черный цвет. Насыщенный, глубокий черный цвет без оттенков. Сейчас сфокусирую, покажу поближе структуру ткани. Это костюмная ткань, 1,50 м ширина, стандартная. Тянется вдоль кромки, прям пружинит так хорошо. Достаточно много эластана в составе. В основном в составе вискоза. По ширине не тянется, по ширине. Ткань не тянется, а в длину прям хорошо пружинит. Она тонкая, но она плотная и хорошо держит форму. Точно не будет просвечивать. Очень хорошо годится на blackout. Blackout шторы, да, через них совсем не будет проникать солнце. Вот так вот ближе. Структура похожа на бенгалин, стрейч. Также тянется вдоль кромки, как бенгалин. По очень выгодной цене. Плотность где-то 250. Сейчас нет возможности узнать плотность. Ну, она тонкая, но она плотная. Плотный стрейч такой. Сейчас. Вот состав. Вискоза, эластан. В основном вискоза. Эластана там процентов 10. И остальное все вискоза. Горит как бумага. Немного эластан закипает. Очень хорошая костюмка. Плотная.